Доброго времени суток, друзья! Это Romulus TV. Мы движемся дальше на пути к победе и покорению Франции. Есть, капитан. А именно будем покорять сейчас город Бордо. Здесь у нас есть три рыцарских юнита. А у нас есть одна пушка. Так что ринемся в бой и завоюем эту крепость во имя нашего кайзера. Начинаем осаду. Вот так вот. Победа будет за нами. Кайзер нашего императора. Так, разворачиваем нашу армию. Да. Надеюсь, это не пушечные башни. Враг не будет отстреливаться. Так, у нас мало определенных юнитов. А, и все, идем в бой. Так, нужно открыть как можно быстрее ворота. Мы сокрушили ворота. Так, ворота открыты, хорошо. Захватили вражеские стены. Пока все складывается в нашу пользу. Так, враги, если ничего не изменится, начинают нести потери. Победим. Так, буквально со всех сторон мы сразу прижимаем этот вражеский отряд. Первый вражеский отряд фактически уничтожается. Да, все-таки наша рыцарская конница, которая еще не потеряла... О, один конник погиб. Сумела завоевать свою репутацию на поле боя. Давайте уже 30% врагов уничтожено. Враг потерял половину бойцов. Так, враг потерял даже больше, чем половину бойцов. Он потерял свою честь. А честь ему уже не вернуть ничем. Ну вот, наши царь пушки выезжают. Наступление.
тем не менее мы попадаем по воротам. Хвала Господу! Мы сокрушили вражьи ворота! Сейчас будет залп по противнику. Я не рассчитываю, что он выживет после этого залпа. Так, ну. Один отряд, конечно, не кстати полез. Да уж, ну как обычно, компьютерный интеллект у нас славится своей гениальностью. Он напал в тот момент, когда это больше всего не было не нужно. Ну, давай быстрее, убегай уже. Ну, вали уже, ну сколько ты там можешь стоять? Негодяй. Ладно. Пожертвуем своим отрядом. Наш брат по оружию погиб. Ну, без валите уже, друзья. Ну, сколько можно? Давайте, пора валить уже, да, ребята. Да, колоссальный у нас отряд. Столько времени продержаться. Наши союзники трусливо бежали. Так, они сейчас мы покажем нашим воинами. Противникам, кто они есть. Последние штрихи остаются. Более вражеского отряда не существует. Хвала Господу! Вражеский полководец мертв. Это победа. Хорошо. Прославит доблестных и отважных. Так, относительно воинов. Немного воинов мы потеряли. Хорошо бы так молниеносно захватить и Шотландию. Ирландию. Тогда окончательно наш тыл был бы обеспечен. Слава нашему народу, мой король. Есть. Жду приказать. Будет исполнено. Так. Завтра мы продолжим путь. Вперед, войны! Так, ну вот, очерчена граница нашего нового королевства. Мой король. Мы движемся дальше. Отделяемся от армии. Ну что ж, теперь можно что угодно ожидать. Мы потеряли положение в глазах папы. Мы потеряли многое из того, чего нельзя было терять. А теперь французы будут штормовать свои замки, которые теперь являются нашими, и пытаться как-то спасти положение. Хотя спасти его, реально говоря, невозможно уже.
Я надеюсь на быструю победу. Два города каких-то остается до победы. Так. И даже Сицилия объявляет нам... Мой король, мы проиграли эту битву. Да, молодцы сицилийцы. Воспользовались положением. Нет, не бросай. И помогли уничтожить наш отряд. Вот такие вот они. Ну, что ж, мы тоже напали на своих союзников. Поэтому здесь упрекать никого. Сицилия молодец, конечно, выполняет свою роль буфера между нами и Египтом. То кто Египет может посылать практически бесконечные армии на наше завоевание? Мне интересна судьба Венеции. Харизм шахов надо будет еще разбить. Потому что ходят они по нашей земле. Так. Рим с низкими налогами. Так, Инсбург есть. Тоже. Тоже есть. Да. Тоже есть. Так, все идет у нас в экономику. Да, и снова мы вкладываемся в наше будущее, в процветание. Да, чувствую половину бюджета следующего хода. Непонятно, на что придется потратить. Считаем вас врагом. Так. Я здесь для разговора. Так, ну что ж, придется объявить войну Шотландии. Вперед на битву! И победить. Да, время мира, я так чувствую, проходит, и как мы начали войну, так и против нас могут начать войну многие опасные государства для меня. Так, будем готовиться уничтожать противников.
Откроем сейчас ворота. И ворота сейчас будут освобождены от нашего противника. Давайте, ребята, еще одно попадание. И... мы сокрушили ворота. Ну что ж, шикарно. Воины доказали свою храбрость. Вражеские стены захвачены. Ну вот, мы вступаем в бой с врагом. И сразу же начинаем натиск. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. И слом противника. Потерял половину бойцов. Так, все, от копейщиков ничего не остается. Вот так у Франции остается всего лишь одна крепость. Нет, даже крепости не остается. Один город остался у Франции. Париж. После Парижа у Франции нет будущего. Хотя его и так уже нет, но формально Франция еще существует. Ну что ж, опять-таки можно без потерь окончить, без значительных потерь окончить эту игру. Ай-яй-яй. И... так, я смотрю, враг готов на обе стороны к обороне. Молодец. Остается минуты до взятия этого города. 30 секунд, и Брюгге будет наш. Ну вот она, победа. Это победа. Для завоевания близлежащих стран совсем немного осталось до этого момента. Что у нас тут есть? А есть ли у нас тут что-то? У Англии еще остаются какие-то владения, но по Шотландии надо наносить удар. Да, явно надо наносить удар, и как можно тяжелее этот удар должен быть. Жду приказаний, мой король. Милорд. Так, я надеюсь на следующий ход захватить.
есть агенты. Так, и что мы можем здесь? Ух ты. А может быть, я смогу захватить? Будет исполнен. Выступаем. Нет. Милорд, мы начинаем. Жаль. Осаду. Продолжаем осаду. Вперед на битву. Да. Жаль, что с насколько не получится захватить этот регион. Да, милорд. Разделяй. Жду приказаний. Будет исполнено. Так вот сложилась ситуация на текущий момент. У Франции остается столица, там всего лишь один отряд. Приказ. И, возможно, на следующем ходу мы сумеем... В глазах папы мы совершенно деградировали. Так, где наш новый правитель? Да. До скорой встречи в бою. Ну, если потребуется, хотите подраться, я смогу уничтожить ближе этого правителя. Так, и Гамбург надо усилить. В скором времени может начаться новая война. Нам надо подготовиться к этому. Так, жених, ладно, пусть будет хотя бы такое. Ну что ж, я очень надеюсь на то, что нам повезет, и мы сумеем захватить Францию, и тогда все силы можно будет бросить на Париж, завоевать его. Враги еще не представляют, что в попытке отбить свои города, они потеряют свою страну. Король, так, молодцы. Хотя нет, могут не потерять, если у них Домьета останется во владениях. Они могут сохранить себя как государство, но уже не на территории Европы. А для меня это имеет принципиальное значение, ведь Европа должна полностью быть нашей. Так, опять-таки, польская принцесса пытается о чем-то переговорить. Наверное, подкупить нашего полководца. Но у нас полководцы серьезные, ребята. Балтика все-таки так и не стала приносить нормальные деньги. Какие-то копейки она приносит нам. Я уверен, дойдет дело и до Литвы. Придется нам ее завоевать. Хотя, вернее сказать, присоединить. Зачем нам, когда к нам и так хотят присоединиться. Так, 36 тысяч. Ох, еще один жених. Герой-любовник 60-летний. Выходим на берег. Ой-ой-ой. Лучить меня могут. Как я испугался. Так, Кёльн. Наконец-то в Кёльне будет строиться другие стены. Так, Леон. В Леоне тоже прогресс, Алжир тоже хорошо, и Сиракуза великолепно. Так, дан хороший толчок в нашем развитии. Так, Антверпен, ну молодец. Серьезно здесь доход. Так, я думаю, стоит бомбарду здесь построить. Так, в Триполи можно развивать. Наверное, можно развивать здесь трактир. Эль-Махдия тоже есть. Ревель. Ну, тоже есть что развивать здесь. Генуя. Тоже неплохая ситуация. Так, Саламанка. Саламанка, молодец. Вот так вот один из городов, точнее одна из крепостей. Хотя нет, Саламанка не была крепостью изначально. Так, давай
12, вот этот, а 15 тысяч, а 12. Так, ну некоторые крепости потихоньку даются перевернуть в состав городов. Так, вот так вот постепенно здесь экономика должна вырасти. Ай-яй-яй. Да, не получается сходу захватить это селение. Жду приказания. Прочь отсюда, враг Рейха. Ну что ж, будем воевать. Надеюсь, вы умрете достойно. Попытаемся уничтожить все силы врага, которые имеются здесь. Так, я уверен, что это будет не самая легкая битва. Да, придется попотеть, чтобы захватить эти города, этот городок. Ну ладно. Хотя можно было бы исхитрить. Может, наверное, не получится. Приказывайте, милорд. Да. Мы победим, милорд. Да. Вперед, на битву. Так, друзья, ну давайте мы разыграем эту партию в следующем ходе. На этом ход завершается. Благодарю вас за внимание. И до скорого.